Здорово, пацаны. Меня зовут Алексей из Москвы. Прошел тренинг Шамшурина, сейчас четвертый день заканчиваем. На четвертый день ощущение просто бомбовое, на самом деле. Я уже был просто в таком состоянии, что готов был хоть к мужикам подходить, номера брать. Поэтому, чуваки, вы можете открывать сейчас любых вообще баб, там, вдвоем. Мне даже сейчас проще уже к двум телкам подходить, потому что, как бы, их две, там, в два раза больше тем для разговоров. Короче, это очень круто. И я смотрел, начинал смотреть все эти видосы, всю эту тему, наверное, год назад. Но без пинка под жопу, только чисто на видосах вы... Не замотивируйте себя так. Если вы, конечно, охеренно мотивированный чувак, то, может быть, хватит видосов. Но на самом деле, пока ты не посетишь тренинг, то ты не возьмешь 35 телефонов, как вот мы взяли. Я взял за 4 дня 35 телефонов. И сейчас просто уже стоит выбирать, просто кому звонить. Это охуенное чувство. И это такое состояние, которое... Не знаю, вот когда вот представьте, что вы будете зарабатывать в два раза больше денег. Вот это такое же чувство, что ты теперь можешь открывать любых телок и, короче, не париться по этому поводу, все у вас будет круто.